Известно, что у 90% больных протоковая панкреатическая аденокарцинома является хирургически инкурабельным на момент манифестации клинических симптомов заболевания. Для эффективной диагностики заболевания на ранней стадии могла бы помочь разработка маркеров. Анализ показал, что концентрация плазматического тромбоспондина 2 изменяется в зависимости от стадии аденокарциномы. На основании сывороточной концентрации маркера можно было предсказать как резектабельный рак первой стадии, так и панкреатическую аденокарциному на стадии 3-4. Комбинации тестов плазматического тромбоспондина 2 и канцер антигена 19-9 продемонстрировала специфичность 98% и чувствительность 87% для протоковой аденокарциномы. Панель этих маркеров плазмы крови, измеряемых при помощи иммуноферментного анализа, позволяет повысить выявление пациентов с высоким риском протоковой аденокарциномы поджелудочной железы. Подробности на сайте internist.ru. Ссылка в описании.